Здравствуйте, друзья! В этом видео я покажу еще один простой способ обновления USB-стиков на базе модуля EFR32MG21, таких как Sonoff ZBDongle-E или ZB-GW04, и попробую новую прошивку Multi-PAN, позволяющую одновременную работу протоколов Zigbee и Thread. Thread наряду с Wi-Fi является одним из транспортных протоколов стандарта Matter, внедрением которого сейчас занимаются многие известные компании, включая Apple и Google. Его основная цель – это стандартизация управления устройствами умного дома. Проще говоря, Matter будет работать и в HomeKit, и в Google Home, и в Amazon Alexa, и в Home Assistant. Если с Wi-Fi все более-менее понятно, то Thread намного менее известный протокол. По сути, он представляет собой более продвинутую версию Zigbee. Он такой же энергоэффективный, имеет ячеистую структуру и при этом, в отличие от Zigbee, использует адресацию IPv6, что обеспечивает естественное соединение между сетями Thread и существующими сетями на основе IPv6, такими как Wi-Fi. С точки зрения физики, он, как и Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, работает на частоте 2,4 ГГц. И Zigbee, и Thread используют стандарт EE802.15.4, то есть имеют много общего. Это объясняет, почему один и тот же модуль может работать с любым из этих протоколов, а то и, как я и покажу в этом видео, с двумя одновременно. По традиции, перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Все показанные в этом видео действия я буду проводить над стиком Sonoff ZBDongle-E, ZB-GW04 все то же самое. Часть из них до момента установки аддонов Home Assistant сделаны примерно на неделю раньше, после этого пришлось взять паузу, так как его обновление требовало Home Assistant версии 20.23.06, пришлось ждать выхода, но теперь препятствий для тестов нет. Сначала нужно скачать драйвера CP210X для того, чтобы система могла работать стиком. Все необходимые ссылки вы найдете в описании. Распаковываем и устанавливаем в систему загруженный драйвер, и после подключения стика к компьютеру в диспетчере устройств он будет появляться как еще один COM-порт, подключаем и проверяем. Далее переходим по ссылке в описании на WebFlasher. Тут указан список поддерживаемых стиков. Как я и сказал, это Sonoff ZBDongle-E и ZB-GW04. У меня Sonoff, поэтому кнопку Connect я нажимаю именно под ним. У меня он подключился на COM4, выбираем его и нажимаем подключение. Ждем. Сейчас на нем прошивка EZSP 6.10.3.0, можно обновить до 7.2.3.0, но нам ее нужно изменить. Открывается список вариантов и я выбираю версию Multi-PAN RCP. Запускаем процесс. Как вы видите, этот флешер предлагает три своих варианта прошивок – EZSP для Zigbee, OpenTree для Thread и Multi-PAN для одновременной работы с обоими. Но у нее есть подводный камень, стик в данном случае будет работать просто как сетевая карта, ни на что другое его возможностей не хватит. Логическую часть, занимающуюся в частности формированиями и управлениями сетями, придется организовывать на сервере. Готово, установлена прошивка Multi-PAN. ZHA, который у меня был установлен на тестовом сервере, придется удалить, сеть нужно строить с нуля. Идем в магазин дополнений, нам нужно найти Silicon Labs мультипротокол. На момент съемки этой части у меня стояла версия 20.23.5.4 и поэтому пришлось ждать выхода июньского обновления. Магия кино, и вот уже у меня стоит версия 20.23.06. Сам аддон, кстати, тоже успел обновиться до версии 2.1.0. Ставим. Это дополнение – обязательное условие для работы стика с поддержкой двух протоколов. Перепрошитый стик уже подключен к серверу. Интеграции для работы с устройствами ZHA, Zigbee2MQTT будут взаимодействовать именно с этим аддоном, а не напрямую со стиком, как это обычно происходит. После установки не запускаем аддон, переходим на вкладку «Конфигурация». Тут выбираем порт стика, для ZBDongle-E это ACM0. Тут оставляем. Аппаратное управление потоками и автоматическое обновление прошивки отключаем, остальное не трогаем. Сохраняем конфигурацию. Запускаем аддон. Тест работы начнем с ZHA. Переходим в меню интеграций. Нажимаем «Добавить интеграцию» и ищем ZHA. Тут к аппаратным портам, к серверу подключены два стика Sonoff EIP, добавился еще один программный порт, созданный установленным аддоном, он нам не нужен. Восстанавливать резервную копию сети можно и не пытаться, только создание новой сети. Немного нужно подождать. Готово, кроме координатора добавляется еще какая-то сущность, так бывает, это нормально. Мне она не нужна, я обычно ее просто удаляю. А это страница координатора. Попробуем добавить какое-то устройство. Под рукой лежит розетка TUYA Smart, начну с нее. Начался опрос, все как обычно. После прохождения интервью розетка подключается в систему. Управление работает, все в порядке. Список интеграции. Добавил еще пару устройств. Датчик открытия Sonoff реагирует на магнит, работает нормально. Кнопка Xiaomi. Нажатие генерирует соответствующее событие. Розетка. Проверяем обратную связь, нажимаю кнопку на ее корпусе. Включу какую-то нагрузку. Все работает. Кроме ZHA в системе появилась интеграция Thread. Устройств тут пока нет. Есть только граничный маршрутизатор. Это ключевое устройство сети Thread, которое обеспечивает соединение с другими сетями, аналог координаторов Zigbee. Данные Thread сети. Название Home Assistant, 15 канал, PAN ID A105, порт программный установленного аддона. Осталось проверить работу в Zigbee2MQTT. Сначала нужно удалить интеграцию ZHA, так как стик может работать только в чем-то одном, или ZHA, или Z2M. Thread я не трогаю, он работает сам по себе. Перехожу в меню дополнения, тут у меня уже есть Zigbee2MQTT, трогать его не буду. Переходим в магазин дополнений и выбираем второй экземпляр, ставим. Напомню, что для того, чтобы добавить в магазин второй Zigbee2MQTT, нужно перейти в меню репозиторий. Копируем ссылку на него. Вставляем в текстовое поле адрес, но при этом сделав незначительное изменение, например, убрать букву S из HTTPS. После этого он добавится. Вернемся в установленный, но не запущенный аддон. Идем в меню «Конфигурация». Чтобы аддоны не пересекались, нужно подправить путь к папке, я добавил 2 в конце. Порт тот же самый, что в ZHA, но с указанием типа адаптера EZSP, оставлю в описании под видео. Сохраняем. Сетевой порт тоже меняем, чтобы не мешал первому аддону. Сохраняем, но не запускаем. Теперь создаем тут папку, путь которой указали в аддоне. Идем в папку первого аддона, нам нужен файл configuration.yaml. Создаем его и во второй папке. Копирую содержимое первого файла и вставляю во второй. Теперь правим настройки, аддоны не должны мешать друг другу. Это удаляем, подставится автоматически. Путь к топику нужно изменить, тоже добавлю двойку. Порты к стику и интерфейсу удаляем, один мы уже указали, второй подставится автоматически. PAN ID нужно поменять на другой уникальный. Канал поставлю 11. Несколько цифр сетевого ключа меняю в случайном порядке, чтобы они отличались. Устройства и внешние конвертеры удаляем. Этого достаточно для совместной работы двух Zigbee2MQTT. Возвращаемся в дополнение. Запускаем. Контролируем, что выводится в журнал. Все в порядке, аддон запустился. Тут включим Watchdog и значок на боковой панели. Переходим в его интерфейс. Посмотрим, что тут. Тип координатора EZSP v11, ревизия 7230. Одиннадцатый канал, как я и указал. PAN ID, что-то вроде названия для сети. Осталось протестировать добавление устройств. Возьму тот же набор, что был в ZHA – розетка, кнопка, датчик. Процесс добавления стандартный, после прохождения интервью все работает. Обратите внимание на уровни сигнала, все по 255 максимум. Я, кстати, добавил еще беспроводный выключатель Aqara. Все это работает, это видно по колонке Last Seen. Для сравнения, первый Zigbee2MQTT на стике Sonoff P. Тут тоже высокие уровни, но им далеко до тех, что показывает стик на EFR32MG21. Устройства с обоих аддонов находятся в одной интеграции MQTT, с точки зрения Home Assistant разницы нет. Это датчик открытия старого аддона. Шестиклавишная Aqara Opel из первого аддона. Двухклавишный с второго. Оба дополнения работают параллельно на одном сервере и двух стиках. Одна из проблем стиков на базе EFR32MG21 именно Zigbee2MQTT заключается в том, что подключенные устройства через время теряют связь. Этот фрагмент я снял на следующий день от предыдущего, и тут видно, что все устройства продолжают находиться на связи. Больше всего опасений вызывал датчик открытия Sonoff, но тут все в порядке. Розетка с энергомониторингом. Показания мощности адекватно реагируют на отключение реле. И кнопка и выключатель продолжают слать события. По крайней мере, этот маленький тест прошел успешно. Сравнивая с предыдущими способами перепрошивки, этот хоть и не самый простой, так как требует установки драйверов, но вполне доступный даже для неискушенных пользователей. Кроме стандартной прошивки для Zigbee EZSP, он позволяет устанавливать прошивку OpenThread и универсальную Multi-PAN, позволяющую работать с обеими сетями одновременно. Нужно понимать, что направление Thread и работающий на нем Matter еще находится в стадии разработки и тестирования, но, как вы видите, уже есть ощутимое движение в эту сторону. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании вы найдете все необходимое: адрес порта для Zigbee2MQTT, ссылки на ресурсы и обзоры упомянутые и соответствующие этой теме, а также мой телеграм-канал, страницу в Facebook и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!